Либерализация семейных ценностей, однополые браки. Как мать очень страшусь, что дочка могла бы быть лесбиянкой, слава богу, она уже любит мужчин. Как сексолог прекрасно понимаю, что такая категория людей существует, и все наши внедрения в их личную жизнь делают их жизнь глубоко трагичной. Поэтому чем меньше мы вмешиваемся, тем больше у нас будет живых и нормальных, полноправных членов общества. Если они никаким образом не вредят другим людям, то я очень толерантна, и у меня очень много лесбиянок и геев в друзьях. Как православный человек, конечно, шкура поднимается дыба от того, что даже подумать страшно, что то, чему нас учили прабабушки наши и бабушки, сейчас терпит абсолютный крах, и девственность перестала быть вообще ценностью для женщины. А это страшно, потому что, ну, как всегда, первоначально была я, и кто я? Любовь, дети и родители. И так должно остаться навсегда. И если любовь стоит на третьем месте в иерархии человеческой порядочности, ну, у меня, как у классического русского человека, все-таки это любовь между мужчиной и женщиной, уже потом к Творцу, к родине, к партии и к животным. Я все-таки считаю, что должны друг друга любить противоположности, и тогда они притягиваются и могут совместно прожить всю счастливую долгую жизнь. Если говорить как психотерапевт, то очень много геев на приеме со своими драмами, разборками, и нет абсолютно несчастных лесбиянок, все счастливы.